И в начале выпуска, конечно, о хоккее. Сегодня на арене «Трактор» проходит третий день Кубка губернатора Челябинской области. В дневном матче «Авангард» одержал победу над «Металлургом» со счетом 3-0. А сейчас там «Трактор» играет с уфимским Салаватом Юлаевым. Там только что закончился первый период. На месте работает наш корреспондент Александр Захаров. Саш, как обстановка? Какой счет на табло? Даниил, да, действительно, здесь уже закончился первый период матча «Трактор» Салават Юлаев. Пока нули на табло, и, конечно же, это не мешает болельщикам гнать свою команду вперед, и вот они уже здесь. Ребята, расскажите, как вам игра, как сегодня настроение? Нормально. Настроение отличное, игра супер. Втягиваемся. Что-что-что? Втягиваемся. Что это значит? Начинаем как бы свои регулярки. Что вы скажете? Вы медведь, часто вас можно видеть и на арене, и вообще, я знаю, что вы очень часто ходите на матчи. Что скажете об игре сегодня? Ну, игра слабая, потому что в основном молодые команды, молодые звенья, точнее, личный состав, первое звено отдыхает, готовится к финалу, но ничего, и таким составом нас Салават не победит. Спасибо большое. Да, действительно, сегодня, можно сказать, экспериментальный состав, много молодых игроков. Сегодня получили время Карпухин, Тричиков, Афанасьевский, Шолохов. И они, конечно, хотят проявить себя. Я уверен, что в течение матча они еще это сделают. И «Трактор», правильно, уже в финале. Завтра будут разыграны главные награды Кубка губернатора. Даниил, тебе слово. Спасибо, Саша. А я добавлю, что субботние матчи Кубка губернатора, финал и игру за третье место можно будет посмотреть на телеканале ОТВ и сайте 1obl.tv.